Привет, друзья, с вами Джин Лав, и это шестой урок по созданию сайта и быстрого его запуска. Итак, сейчас у нас началась уже конкретика по деталям. Итак, поехали. Зайдите в свою панель управления сайтом и далее делайте следующее. Наводим на внешний вид и нажимаем «Настроить». Сейчас мы пропишем название нашего сайта, описание сайта и сделаем иконку для нашего сайта. Итак, появилась слева такая панелька. Нажимаем «Свойства сайта». Далее пишем название своего сайта. Вы пишите для своей тематики название сайта, я пишу для своей. Итак, прописываем. У меня будет название «Бугермен». Просто так, потому что я так придумал. Итак, «Бугермен». Восклицательный знак. Далее. О чем краткое описание сайта? О чем этот сайт? Ну, я так и напишу. Сейчас по-русски. Я напишу. Этот сайт о лучшей игре и персона Жей Текен. Текен. Вот так. Далее. Ставим галочку «Отображать текст заголовка». То есть, и вот мы видим. Бугермен. Этот сайт о лучшей игре и персонажей Текен. Далее. Теперь выбираем иконку сайта. Смотрите, иконка сайта – это то, что будет отображаться маленьким значком на вашем браузере. Ну, мне сложно вам будет показать. А, нет, смогу показать. Ну, вот, допустим, значок R, значок YouTube, значок Одноклассников, да, и так далее. Значок Google. То есть, такая же будет у вас иконка, такой же будет у вас значок. Итак, какую картинку выбрать? Выбираем любую картинку, либо PNG формат, либо обычную, то есть, в принципе, любую картинку. Главное, чтобы размер был 512 высоту и 512 ширину. Но смотрите, это не жесткие критерии, может быть и другая картинка, просто это рекомендуемые параметры. Итак, выбираем размер, точнее, выбираем изображение. Итак, я уже подготовился, выбрал себе картинку, и у меня она будет следующей. Вот это. Нажимаю «Открыть». И нажимаем «Выбрать». Дальше можно ее здесь отредактировать, обрезать по-всякому, нажать «Обрезать», да, или не обрезать. Вот тут, может быть, за видео не видно кнопочки «Не обрезать», но за видео есть кнопочка «Не обрезать» и «Оставить как есть». Итак, я выбираю «Не обрезать», и вот тут за моим видео сразу за мной будет такая кнопочка. А можно выбрать «Обрезать изображение» и как-то ее отредактировать. Итак, я выбираю «Не обрезать». И все. В принципе, мы это сделали. Поставили картинку, иконку и прописали название и описание нашего сайта. Далее нажимаем «Сохранить». Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, закрываем это все. Нажимаем на домик. И теперь нам нужно увидеть, отображается наша эта иконка или нет. Ну, вы у себя пока можете ничего не делать, потому что вы увидите это вверху, а я хочу вам просто продемонстрировать. Я возьму и это название вытащу вот сюда. Она у меня была в папочке. И еще раз обновлю страницу, ну, чтобы вам показать просто. Так, пока ничего не произошло. Ладно, еще раз куда-нибудь нажмем, чтобы страничка обновилась. Так. Сейчас посмотрю, вверху она появилась. Да, вверху уже появилась. Ну ладно, она потом появится и здесь. Также будет отображаться. Просто сейчас она не отображается. А, тут же у нас другая. А, ну вот, все, появилась. Теперь это отображается. Видите, такой вот зелененький человечек у меня здесь. Это как раз та самая картинка. Все, теперь все отображается. Ну вот, я опять это в папку спрячу.
Вот, все работает. Итак, в следующем видео мы приступим уже к той же настройке, только уже поговорим о цветах. То есть мы поговорим о таких цветах, как цвета текста заголовка и цвет фона. Итак, увидимся в следующем видео. А с вами был Анатолий Быков, JunLove. Всем пока!